Гера Луковников, Бонифаций. Добрый вечер. Боря читал стихи с переменной ударением. Мне просто вспомнилось сразу, конечно, вспомнился стишок «Двустишие», который я сочинил на мотив «Боря строчки». То есть, собственно говоря, дописал. Я, правда, уже не помню, какая была моя поэма. Я помню. Первая и вторая. Ну, ты скажешь потом. Стишок получился такой. Ну, по существу, соавторстве. Ворона, ворона. Наоборот. Голубя, голубя, голубя. Ворона, ворона, ворона. Какой был? Первая моя, вторая моя. Теперь палиндром разных лет. А спаси каких за пса, а то, кто от кота. А левот мадам поет. Вобью ль взором мороз любовь. Дойдем туда, да тут мед, йод. Ежа жу я уже, ужу ежу я ужа же. Катя, я так. Комар промок. Леопард ядра поел. Небо дописывая, не доходен я, а выси подобен. О, мим, иди мимо. Утро пса спорту. Уж овцевод, овец вожу. Умолкла му. Учу я молоко, я около не учу. Я енот, это не я! Я такая тютя, а Катя. 30 мимоз. 30 роз плюс 30 мимоз равняется 30 мимоз плюс 30 роз. Семьдесят два плюс 49 равняется 121 равняется 94 плюс 27. Каковы события? Я и ты босы, во как. Лес, кашель, не пан на пень, лежак сел. А роза упала не на лапу позора, Леша на полке не клопа нашел. Леша не на полке, ни клопа не нашел. Не сразу все эти три строчки строго полинамичны. Котяток, мах!
Аврахам. Лаври, персики с репы рвал садовод пас. Еще полиндром. Лир дума над нулями, как имя лун. Да, внутри. О, вон оно как! О, как оно ново! Сила, вор и террор ретировались. Юная я, аню, юна мужчин ищу мою. О, юго! Ого-го! Тот не ентот, ентот не тот. Мать, ты хоть там? Как? Юра, хватит. Ахарю. Руки кур, петух утеп, ляу. Оно еще тут или как? Пелень не леп, пелень не нелеп, пелеп. Нет ничего глупее Египулка Геченден. Нет таких слов, как волс хика утен. Но он же ёж. Ёж? О боже. Я не моден. Тут не до меня. Тут чудом моду чтут, а моден я не дома. Дальше монополиндром, это такой набор лозунгов. Представляете себе монополиндром, то есть цельный полиндром от начала до конца. Мясу горем, рефрижератором шок, козам по миру, дурик помазок, кошмар Аталия, жир фермера путям. Я слива ртом отравился, я из сна Кавказа казак вакансия, нерест отселен, линолеумом уеронил. Следующий полиндром, это полиполиндром, то есть это, ну, в общем, такой диалог, состоящий из коротеньких полиндромов. И заголовок у него тоже полиндромический. Раут репертуар. О, но вон тот-то вот, вот тот, но вот тот-то вон, от кого, кто? О, тот-то вот, тот, но он тот, от кого-то того, кто? Ого-го! Ого! Кто? От кого? Он тот! Но он? Да ладно! О, да ну! Но надо же ж! Ага! Дальше тут такой полиндромический триптих из трех монополиндромов состоящий, который имеет полиндромическое же название и в то же время посвящение. Авалиани, вал, лавина и лавна. Комок летит, на небо доползи, лаугон, но в речи возносясь, шуршанием змеи наш рушится сон, зови червоного кал, и злоподобен
антител, комок. Вот и месиво клеток, светил сахар погонный, на выдохе шепчут у туч пешеходы ванильного праха, слетев с котелков и синитов. Вода под овалом скакала к заклеп, как белка, скала, как смола водопадов. Следующее стихотворение полипалиндром, то есть в нем каждая строчка является палиндромом. Я распашонка, как нож от царя, я радиатор града и даря, алого Дугласа лгу догола, алого Ревас он осаливала. Я не дервиш и вреден неся, я сор облак и пытал порося, игл оборону умор оболги, и гомопедов в воде помоги, за газетенки гнете, за газ, за тонкоту шар шуток, но таз узок у женщин, нищ нежу козу, узнику порку укроп кинзу. Дальше моно-палиндром, то есть цельный палиндром, причем его заголовок, а также и его подзаголовок тоже входит в этот палиндромический текст. Птица лов, оплот идея, бесенятов и масонок, тумака молол замуту, сверкали скотам они в славе рудой, и храпел ему штабс-идиотик. Чешуя аж уступила глине локтя, ругне клира, дюн распилена пантомима, шут о размаху полкило, такелажником мотачищ мятежа копыт салаки, теремок, булавок чин тараня, сменив дани деликатес на ревер, валуна кишмиш вари. Мы вопим о минотавре психиатром, отсидевших жилушицу, подагру и медузу. Не топи гипотенузу, демиурга допусти, жду и жди, швед, из тома рта и из первата, нимбом и повымиравшим, шикамула в реверансе пикилуэти. Надвинемся на ратничков, а лупком еретика ласты покажет им щечатам один жарый католик. Лопухам за ракушей мод на панели псарду дарил, кенгуряк коленил гали, путь сужая ушечки. То и дисбар шумел епархий, одуревал свиноматок сила, крев суду назло ломаком, путконосом и ботяне. Себя ед и толповолец, и т.п. Вот эти вот это вот последнее заключительное вот такое аббревиатурное выражение ИТП, оно, естественно, отражается в первых трех буквах заголовка «Птицелов». Несколько календромов последнего времени. От окон и до, как одиноко-то. Я не мужик, ору, уродишь у меня. Сон. О, кто 134 летел, 431 утконос. Отчизна НЗ. И что? Мелет фет миг с неким микенским тефтелем. Инок рот арбалета нес в лес, а засел в сенате лабрадор кони. С самых последних дней палиндром. О, Путин, сука ты, да гусни тупо. Еще из старых.
Да, ад. Да-да, ад, ад. Да-да-да, ад, ад, ад. Да? Ад? Ад, да? Ад! Да, ад, да! Ад! Да! Да-да-да, ад, ад, ад! Ад, да? Да, ад. Ад. Да-да, ад. Ад, да, ад, да, ад, да, да, ад. Молчание. Так, теперь одна буквица. Бесполезно, бесполезно. Не беспокой, не беспокой. В шкатулочке вож. В руки ноги попадам, в руки ноги попадам. В себя, в себя. Жалости, ха, жалости, ха. И радуются, и радуются. Казалось, казалось. Как-то несу свет, но как-то несу свет. Лютер, еси архангел. Люд, еси архангел. На снегу стая, на снегу стая. Ищу пальцами, ищу пальцами. Ослаб, ослаб. Подросток, подросток, отросток, отросток. Это не то, нет, это не то, нет. Показал потом кино я небу зимнему, да чье показал потом кино я небу зимнему, да чье. Поле жимлость, прижималось. Улетело, полетело, не болей, не болей. Искру тяжесть юга сила, искру тяжесть. Юга сила, у сугроба легкость мира, у сугроба легкость мира. Ха, Джеймурат, ха, Джеймурат. Штопор рожает, что поражает. Счастливы, счастливы. Не раз глядели, не раз слышали, не раз глядели, не раз слышали. Из равнодушия из последнего времени. Небо, ишь, сияет, а? Небо, ишь, сияет. Тени счастья, тени счастья. Посредине бытия. Посреди небытия. У койкого, у койкого. Полтергейстом агавкан, полтергейстом агавкан. Не совсем равнобудрится, но на этом же приеме основано. Просто попалось.
Все кричали: «Распни его!» А я всего лишь: «Распни его!» Сегодня сочинил Чебоксаров стишок. Он не комбинаторный, во всяком случае, ну, в таком буквальном смысле этого слова. Но прочитаю, раз уж сегодня сочинил. Поэзия сегодня. Чего никто не слышит, вот кроме Валера Сильва. Снизу твердь и сверху твердь. Всюду жизнь и всюду смерть. Несколько стихотворений последних дней. Нашла коса на яйце и нежно прикасает. Тут такое происходит, солнце сходит и заходит. К нам идет цунами, оставайтесь с нами. Есть еще время? Нас не выгоняют или как? Ну, есть. Просто что-то вспомнилось. Есть, довольно старое стихотворение. На нас напала орда, с ордой напала, а нас орда напала, нас орда напала. Орда напала, а нас орда напала, нас орда напала. Ну такая мантра может быть. Нас напала, орда орда напала, а нас орда напала, нас орда напала. Вообще, у меня радость такая. Вчера в Москве открылась выставка, целая выставка иллюстраций разных художников к моим стихам. Там около полусотни художников участвуют, иллюстрации полусотни разных художников к моим стихам. Вот вышел такой каталог. Такое вот счастье. Новая книга, можно сказать. Немножко сбился со счета, какая она, 11-я, что ли, так, приблизительно. А? Где выставка? Выставка в Ларушинском переулке, рядом со старой Третьяковкой. Арт-подвальчик «День» называется это место. Вот мне сказали, я думаю, что это совершенно справедливо, что вот вернисаж вчера вечером состоялся, и что по двум параметрам эта выставка рекордная. Во-первых, ну, видимо, по количеству экспонатов на единицу площади и по количеству посетителей просто на единицу пространства, потому что это такой небольшой зальчик, который просто весь снизу доверху, все стены завешены, заставлены какими-то полками, и на всех этих какие-то гирлянды висят там с рисунками, с какими-то футболками, с керамикой, с изразцами керамическими, по моим стихам, с батиком, живопись, там, графика, все что угодно, книжки, какие-то арт-объекты, это все, везде мои стихи. Это, конечно, огромное счастье и чудо. Подожди, с поэтом Бонифацием? А? Ну да, там нас Бонифацием обоих. Что обоих? Ну, может, они вас путают с ним? Может. Ты же, по-моему, раз. Я не сам же давно путаю, знаешь. Вот такой вот каталог я взял с собой. Могу по нему что-нибудь почитать. Читайте уже! Что вы сказали? Пешку двигаю вперед. Это
прошу. Раскрывайся, прошу. Привет! Как дела? Плохо. Бабушка умерла. Дух, она же давно умерла. Да, давно умерла. Человек лежал, лежал. Друг вскочил и убежал. А другой сидел, молчал, что-то вспомнил, закричал. Еще! Встаются, плеслетаются, встаются, плеслетаются. Спасибо. Спасибо огромное. Завтра мы встречаемся. Сейчас веришь в бумажке. 30 марта, 12 до 14, скайп-лекции того же уровня, что и сегодня. Да, и поэтические чтения с 14 до 16. Перерыва не будет? Мне такой перерыв короткий, с 13 до 14. Ну, придумаем что-нибудь. Просто завтра многие уезжают в поезд в 17 часов, и в 17 мы закрываем. Приходите на завтра. Всем привет. Спасибо.